Алиса, как меня зовут? Думаю, что вас зовут Господи. Правильно думаешь. Знаю, что у вас очень красивое имя. Все, давай, до свидания. До свидания. Алиса, какая сегодня погода? Сейчас в Зеленогорске минус 9. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не обещали. Днем до 0 облачно с прояснениями. А вечером минус 3 пасмурно. Алиса, кто я? Вы хороший человек. Как меня зовут? Думаю, что вас зовут мой господин. Правильно думаешь. Да я же экстрасенс. Как сделать, чтобы ты меня забыла? Просто будьте собой. Алиса, запомни меня. А я вас уже знаю. Если хотите изменить имя, скажите «Алиса, называй меня» и добавьте новое. Алиса, называй меня. Простите, не расслышала вашего имени. Алиса, называй меня Господи. Хорошо, мой господин. Теперь я буду называть вас Господи. Хорошо. Hey, Google. Good morning. Hi, мой господи. I'm sorry, but I can't take your phone off silent from this device. Stop.